Так, приехали мы на старое место. Вот, в таком оно состоянии сохранилось с прошлого года. То есть больше года уже прошло. И вся конструкция стоит. Сейчас мы будем ее уменьшать в размерах. Что опыт прошлогодний показал, что слишком здоровая эта баня. Тяжело ее протопить в мороз. Вот, сейчас по мере строительства буду рассказывать, что происходит. Да, я решил заснять хотя бы действующих. Иди снимай, как снимают, которые уже прощаются. Видишь, зачем тебе пенка? Так я уже здесь, я уже на снегу сидел. В общем, у нас получилась, короче, конструкция такая. Трехслойный тент на стенах. Трехслойный тент сверху. Здесь, короче, тоже. Вот единственное одно место, где у нас один слой тента, это где вот эта дырка. Сейчас будем надеяться, он прилипнет. Вот, я не знаю, видно, это как огонь херачит. Прижали крышу. В этот раз что-то получилось на нас поменьше. Но тент зато в три слоя. Сейчас посмотрим, что получится. Это уже иней, что ли, такой тут на палатке. И прилипать сюда вот. Еще пока не нагрелся. Прилипнет. Начал снег оттаивать. Такая вот у нас походная баня. Там у нас еще предбанник внутри. Че? Печка, вы бы вышли бы воздухом подышали. Нет, тут нормально. Нормально? Ну вообще, короче, тут народу все поместятся за раз. Нет, это же я тебя нашу. Меня, наверное. На такой, на экстремальных жигулях. О, такая шикарная обустройство. Слушайте, тут жить можно уже. Только надо проветрить. Пока тут еще очень... Нет, тут уже тепло, я бы сказал, по сравнению с тем, что на улице. Сейчас вот тент прилипнет, там дырку закроет. Вон уже, видишь, как начало все оттаивать сверху. Уже нормально. Так, ладно. Тут что происходит? Здесь плохо видно. Здесь баня. Мы в бане, в лесу, я не знаю. Вот печка, вот она топится. Вот. Там красная труба, и сейчас мы будем наваливать.